Торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли и в поселке Угольные Копи. Открыло праздник шествия бессмертного полка. После на площади состоялся торжественный митинг и парад военнослужащих. Участники церемонии возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза, чукотского летчика Тимофея Елкова. Состоялся и праздничный концерт. Артисты художественной самодеятельности Дома культуры, учащиеся детской школы искусств, военно-патриотического клуба Центра образования «Граница» исполнили песни военных лет. А коллектив этно-экологического клуба «Эйнекей» организовал площадку с ярангой, мастер-классами, традиционными играми и угощениями. На площади работала полевая кухня и торговые точки. Вечером в поселке прошел автопробег машин, завершил мероприятие праздничный салют.